Поехали! Mad Lions Koi против Fnatic. Матч за выход в гранд-финал. Третья Best of 5 за день. Десятая карта. Let's fucking go. МФП. Для супы. У нас Молдера Fnatic забанили против Мирвина. Плюс забанили Моргану, чтобы забрать себе Вай. Вай они для себя получают. Фаворит все-таки, наверное, чуть-чуть Fnatic. Мэты, конечно, выиграли G2. Но непонятно пока, насколько это... закономерно от их формы или все-таки просто стечение обстоятельств. Из Реали забрали для Фрескови, корки для гуманоида. В этом плане все довольно дефолтно. Нормально, у нас прям два таких плотных тимфайт драфта. Очень похожих по своей сути. Мне кажется, тимфайт Fnatic мне даже, возможно, больше нравится. Вай, Рамбл, Рел с фоллоуапом от Джина. Но с другой стороны, есть дизенгейдж. То есть там Ксанты, Маакай, Поппи очень много впитывать могут. Плюс Поппи может кого-то выкинуть. Маакай с ультиэтом и так далее. У Мэдов много контрплея. Так, Альвара с Льюи просто в инами джангл заходит. Давить бот хотят, maybe? Альваро. Джун 6. Я не уверен, что вы хотите это давить. Но посмотрим. Ну, а далеко выходит Трэдди с супой. Альваро выходит в спину. Ну, не-не-не, они это не давят. Они это не давят. Оскар. Эквалайзер пошел. Пробил Мирвина. Мирвин с телепортом сейчас будет. Мирвин вернется просто. Пошли корни Ильёи. Джун подблочил. Ну а все равно клин отдает. Выфлешивается Альваро из-под тура. Из-под тура это Джун в итоге несуразно сыграл. Первая кровь для супы. Выход на поклон. Но чутка постреляет, но на этом все. Так, Альвара хочет давить Оскара теперь. Оскар без эквалайзера. Больно Оскару. Но Альвара сам без США, здесь аккуратно надо быть. В итоге личинок Фнатики отдали. Пошли давить Мирвина втроем. Мирвин подблочил контроль, его подрутал Ноа, но подтанчил 2 таверхита. Мирвин битый на пол хп. Трудно задавить его, тут еще и корки приходят. Но всех сюда собрали, Мирвина все-таки задавили. Хотя Мирвин успел флипнуть разорк, разорк ФШа. Вот. На топе по вышке работает супа. Там Оскар отошел, но отдал эквалайзер, вейв забрал. И на боте, но тоже немножко по вышке может поработать. Супа забирает еще одну плейту для себя, но пушит вышку долго, так что, скорее всего, сейчас отпушит это дело, ресетит. Разорок забирает дракона. У нас 3-3 по личинкам, 1-1 по драконам, 1-1 по успешным дайвам. Но 1200 преимущества у Оскара на топе над Ксанте. Все мэды в топсайде, да. У нас просто спидкарты. Мы продолжаем размениваться. Вышку на топе будут забирать супа, вышку на боте будут забирать Фнатики и будут опять пытаться давить Мирвина. А Оскар-то вышел, вот Мирвин остался. Мирвин, третья пушка, забрал весь вейв, подконтролил неплохо Рел. Джуна дает ультимейт, выходит, плохо, криво. Мирвин живет, вышку на топе, в итоге забирают меды. И это будет ФБ-тур это для медов. Еще одна пачка подходит, но теперь Мирвин просто выйдет, скорее всего, из-под вышки и вышку отдаст. Тироли стукнули, вышку заберут меды. Найс, ВП мед. Вышку забрали. На миде это приятно. Да, и ведь Мирвина втроем, думаю. Вообще, Мирвин с Эмрезом. Его убить довольно легко здесь, корки свай. Урона много, выходят Фнатики, будут играть просто по Т2, получается. Т1 на боте забрал в Фрискове. Дракона потихонечку делает Ильёя. Пол вышки сняли, приходит сюда Альвара, и Фнатики вынуждены отступать. Это Вордс опять швейцарка будет? Да, опять швейцарка будет. О, цепанули все-таки Мирвина. Мирвин умер, да? Мирвин флеш. Ой, да флешился Джун. Хорошо. Забрали Мирвина. И можно вышку забрать. Гуманоид, ПТ-2, Фнатик. Хороший кроссмап. Они отдали второго дракона только. Но забрали Т2. Корки в итоге плюс 1100. Еще и задавили Ксанты. 1500 преимущества Фнатик по золоту становится. Хороший плей. Так, поймали Джуна. Там еще Ильёя рядом. Джун умрет, просто шотнули.
На шорт через 30, надо аккуратнее быть. Ой, подрутал, хорошо, Илью, СВШ под ультимейт МФ, ки гуманоида, раздор, тоже умрет, даблкил для МФ. Просто на ровном месте три килла находят для себя меды. Джун. Слепую куда-то пошел в лес. Меды выходит вперед по золоту теперь. Но СВШ доигрывает Альваро! Альваро Мурата. Ильчик еще один для медов. 1500 преимущества. Что произошло? Как вообще Джун там встрял так? Ужасная позиция Фнатик была. Джун! Опять ты... Джун! А это на шорт сейчас может быть? Разорок подходит. Там рядом гуманоид. Фнатики тут. У Оскара сейчас ульта будет. 6К. Мирвин просто зонит Вай. Корни цепанули. Хорошо. Отъебали разорка. Просто толпой. На шор падает. На шор для медов. Ракетка это мне сейчас аж передернула. Забрали на шора. Реплей, дайте мне, что там случилось? Как вы в такой позиции оказались вообще? У вас нос с гуманоидом справа, тройка слева. Что это такое, Фнатик? Ильёй прекрасно сыграл с шапа гуманоида, браво. Какую ракету передергиваешь, чат? Что вы несете? Отставить смехуёчки свои. Тут, блин, важный матч за финал. Они все ракеты передергивают какие-то. В чате, блин. Так, поймали Альваро. На эквалайзере гниет. Альваро умер. Есть кильчик для Ноа. Т2 на миде забрали. На топе так и не забрали. Меды на шорчик в плюс косарь всего. Фнатики идут пищекать на Дрейка. Пока мертвый Альваро. Джун. Оп, проверил кустик. Флэшаут. Разорк на развороте. Получает ульту МФ-ки. Разорк умер. Джун там еле уносит ноги. ТП в спину дал гуманоид. Там Альваро уже с базы бежит. Это третий дракон для бетов. Джун пошел на бот. Хотел под кавер гуманоида, в итоге гуманоид там один, корни, Ильёя. Оскар цепанули, тут Альбер со станом. Хорошо. Медлайнс в два ствола предсковий суп и забрали. Гуманоид забрал тур на боте, да? Да, окей, хоть Т2 какой-то деньги есть. У нас уже все три команды, которые едут на Worlds, они будут играть на большом лане. В Мюнхене на следующей неделе. Сначала будет матч G2 против проигравших сегодня, и потом будет на следующий день гранд-финал. Джун опять с разорком идут пищекать. А тут Ильёя, и ультимейт пошел. Так, опа. Цепанули супу. Супа флэшаут, выкидывает Альбер отсюда двоих. Оскар в итоге встрял. Оскаринин. Оскаринин выходит. На Нашора 30. Супа без самолерок теперь. Но меды пока и не стартуют. Минута до инфернальной души еще для медов. Три дутринки-то, Фнатик. Не торопимся. Спокойненько, аккуратненько. ТП в спину сейчас. Ага. Санта летит. Разорк вышел вроде, за ним Фрескови доигрывает. Там в спине Мирвин будет, цепанули Ильёю. Ильёю очень больно, в итоге умирает Разорк. Соло-килл просто от супы. Ой, от Фрескови. Тут еще и Корки приехал. Выход на поклон. Йоу, Ноа. Расстреливает вейв. Отдает эквалайзер Оскар во Фрескови. Рут мимо от Ноа. Окей. На шорчик плюс инфернальная душа. Это 1-0 БД. Кто-то, может, четвертый положил? Вамос. Тупо! Опа, приветик через интернетик, Жоня. Суп купил себе стоп-вотч. Супа. Супа фуловый, стреляет. Пытается хоть что-то сделать, Радорк, ничего не получается. Нового просто расстреливает, даблкил для Супы. И тут даже гуманоида. Медлайнс выносит Фнатик в первой карте вперед ногами. Просто без шансов. 8-0-4 Супа. 5000 золота преимущества на 30-й на АДшнике. Гадэм.
Оскар там отдает эквалайзер, пытается вейв забрать. Т4 номер раз. Т4 номер два. И по Нексусу Мэды 1-0 в пользу испанской команды. Две карты до финала для Мэдов. Вторая карта Фьюри Мэдлайнской против Фнатик. Фнатики опять на красный. Забанили теперь МФ-очку. Йоны, Азир в бане со стороны Мэдов. И Ашу убрали. У нас открыто... Что у нас открыто? Из ферстпиков прям. Моргану банили Фнатик, теперь открыли. И Вай в итоге фпшит Мэды. Ну, Разорг. Ты играешь на Моргане? Браума забанили. Контрпик и саппорта особо как-то какого-то не будет. Легче просто как будто Рел забрать для Джуна. Но Рел могут подбанить сейчас Мэды. Но еще Леона есть. Да, Рел забанили. Че, может просто Леону заберешь, Джун? И все... Да, окей, Леона. Наут. И Ксант, да? Да, Наут Ксанте и Оскар... Папча? Фирменная, любимая. Или Рениктон. Папча. Да, Папча для Оскара. Папча выглядит очень хорошо в левый драфт. Забрали комфорт для Ноа, гуманоид на корке. Фрискови в итоге будет на Зерис, и супа будет на Кайсе. Кайса Наут на текущем патче, мне кажется, не самая сильная двойка на боте. Но у них есть улын, типа вот этот вот свай с Кайсой. Но там Израиль Корки оба мобильные, плюс Поппи, Леона, Мака и много дизенгейджа. В этот раз, я думаю, Фнатики должны сравнить. Let's go. Ой, Джун снова далеко заходят. Там Разорг недалеко, правда, США играет Альваро. Цепанули Ноа, но выфлешивается Джун теперь под фокусом, Джун пока поживет. А там больно Ильёй. А Ильёй можно накинуть, хорошо, забрали ФБ. Дальше Разорг по Альваро уже не достанет. Ну и по сути, 2 в 3 Фнатики убили только что Ильёю. Далековато Ильёя полетел. Но еще и с барьером остался, он с запасом вообще вышел. Даблкил для Ноа. Ну что, даблкил, даблбаф. Кайфик. Так, там личинок делает Ильёй, подходит туда Разорг. И, видимо, одну личинку отжимает, да, или что? Тут фрисковый рядом. Но Джун первый мувается. На, вот на боте, да, вынуждены отдать эту личинку Мэды. А, Разорг без мейта, погодите. Окей, забрал пушкой, все нормально. Альваро, сыпанули. Так, флеша нету у Альваро, подходит Ильёя. Много дэмэджа в Альваро дали, но здесь на развороте по Разорку. Еще и ультимейт пошел в Ноа от Ильёи. Супа пятый, не может за Ноа полететь. Фрискови стреляет, Фрискови. Больно. Надо выходить. Фрискови дольше чизит. Гуманоид там накинул еще дэмэджа нормально. Не хватило что-то урона Фнатиком здесь Альваро забросить. Так, Мирвин, слыша, сыграл по Оскару. Ой, блядь, Альваро! А тут Джун подходит с Разорком, Джун. Так, чё-то далеко, у тебя никого рядом нету. Выкинул двоих в Оскар. У него еще флэш есть, чем поживет. Но только с базы идет. Оскар на яйцах не нажал, да, флэш-фук. Чё это, 4 личинки для Фнатик, да? Дракон для Мэда, просто первый. Льюи Дрейка забрал, пойдет во вражеский лес, да, просто посмотрит кит-кимпы, Грампа съест. Разорг забрал одну личинку пока. Две забрал, окей. И они дайвят, ТП корки. Ну, это только килл на Науте. А, подождите, там еще Фрисковый прилетел. Килл забрал Джун, но Фрискови надо додайвить, Фрискови надо додайвливать 100%. Фрискови ультит, танчит турет Разорг, да? А, Джун танчит. Блядь, ну как вы это сделали опять? Почему у вас единственный без США Джун, и он танчит вышку? Оскар стрял, выфлешивается от ульты Ильёи. Ильёй за ним долетел, Оскар... Оскар живет, или... Оскар, но капает. Еще Ильёй накинул, Ильёй вынужден флеш отдавать свой. Хорош Оскар. Оскарини на фиксайде. Как же он впитывает. Он еще и таумутит, смотрите, эмоцию спамит. Туда их. Джун? Полетел вперед, Джун. Там ТП в спину идет. Альваро шотнули, хорошо. А Мирвин такой, а что делать, я один. Оскар? О, хорошо, Оскар выкинул кольцо. Дальше по Ильёй можно играть, подстанем. Оскар!
Оскар просто звезда этой карты. Браво, Оскар. Там Мирвин в спине. Мирвин пытается кого-то ультануть. Ультит в итоге Оскара. Оскар выходит пешочком на своих коротких ножках. Оскар. Оскар живет. Гуманоид. Флэш супу. Гуманоид. Марик Бразда. Супа жив. Гуманоид ракеткой стоит. А есть еще и Валькирия. Супа пододжил. Забирает Марик убийство. Туда же Фрескоби. Ну а дэш вперед. Мирвина. Но там пачки нету. И за Альвара пришел с базы. Минус 4 в пользу Фанатик. Боже, что творит Оскар? Как же он хорош. Вот АП Поппи. Флешхук? Альваро, ну а где команда-то? Альваро, ты же один здесь. Оскар просто вышку на топе забрал. Второй дракончик для Фнатик. Есть еще Герольд неиспользованный. 5500 лит. А чё, где все вот эти вот... Чатерсы, которые там... Медлайн, сильнейшая команда Европы... Там вот это вот, чё там, Фнатик, как дела? Вы куда пропали в этой игре? Вы где вообще все? Так, Мирвин. Мирвин. Мирвин умирает. Да-да, Мирвин, расскажешь. Да-д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 а. Едем в Т2 на буте. Есть Герольд, кстати. Помнишь финал G2 Fnatic? Нет. Не было такого. Если не помню, значит неправда. И было лучше так делать, когда Fnatic выиграет серию, и то если проиграет будет ответчик, я уверен в своих мальчиках. Вы хоть раз видели, чтобы они заливали какие-то карты, серии или еще что-то? Я нет. Я в них уверен. Если бы они такое делали, я бы за них уже не болел, правильно? Если бы Фнатики просто взяли бы, там, по приколу, залили бы серию 0-3, видя по 10 тысяч каждой карте, я бы просто сказал, что я больше не буду болеть за эту команду до конца года и не болел бы за них, но этого же не было. Зачем 5 луп медом? Они так, кстати, против Джуту играли. Мне кажется, они чуть ли не единственные, кто так делает. Они пытаются максимально отжимать вижен, взяв все фланги и так далее забирать, но проблема в том, что без синих тринкетов играть в отставание, мне кажется, это уже слишком. Типа, ладно, они это делают, когда они ведут. Окей, они как бы забирают вижен, постоянно заходят вперед и так далее, но это отставание без синих тринкетов слишком опасно. Вы просто на шоры проспать можете. Один забрали на миде все-таки Фнатики. Фнатики контролят вижен около нашора, но, видимо, будут просто Infernal Soul ждать. Infernal Soul под корки из реаля Мега Стонгс. Эльёя. Опа, гуманоид в ловушку попал. Прилетает Кайси сразу, флешкук. Гуманоиды шотнули, 750 для Наутилуса. Но нашора форсить они вряд ли могут. Так, а ты куда идешь, Разорг? Тут Джун рядом. Разорг на развороте, идет ТП сюда, пошли файтить. Эльёю должны шотнуть, Эльёю убили, Леона получает убийство, у нас какие-то убийцы-саппорты. Ноа там доигрывает по Альваро, Ноа не попал кушечкой, дофлешивается, Автой забирает Альваро, дальше доигрывает по Ксанте. И Мирвин тоже падает. Хорошо, 3 килла нашли Фнатики, теперь могут сами на шоры зафорсить, гуманоид с телепортом, если что. Через 20 минут встанет. Ноа на комфорте, на Изреале, если нету жесткого давления, справляется в целом. Эй, Санте. Санте убили. Супа реколется. Продингип уже упал. Че, в Т4 пойдут, Фнатик эндить будут. Ну, можно подпоукать что-то. Да Поппи, там хукнули из реаля, но. Вышел на Ешке. Оскар играет по Ильёе. Ильёю должны забрать. Гуманоид выходит. Да, хорошо. Пришла еще пачка. Личинки-то есть, 4 штуки. Но оттуннелит супу. Т4 играют, Фрескови там пытается продамажить гуманоида, вроде даже неплохо получается, дофлешивается за Фрескови. Фрескови, Оскар, контроль, дабл килл для Ноа. И вторая очень уверенная карта теперь уже от Фнатик, 1-1, и у нас остается Best of 3. Поехали! Fnatic Mad Lions. Третья карта. Третья карта. Fnatic FP-шот для себя МФ-очку. Два бана продолжают в гуманоида давать меды. Йоны банят дальше. Не то чтобы у нас гуманоид какой-то яркий игрок на Йоны. Я не очень понимаю, почему меды Йоны банят.
Корки, Смолдер, два бана. Здесь и фрисковые, и в мировина, по сути. Ашу отдали, Аша Маакай, хорошая двойка для медов. И Верн для Разурка, дерево на дерево. И Леона добирают под МФ-очку, а не Рел, кстати. О, топ-лейн нидали. Топ-лейн нидали для Мирвина. Ну, вообще, я не знаю, мне этот Алия не нравится. У медов, по сути, две линии с приум минимум, может быть, даже три. I don't know. Там это не дали. Ну вот, пожалуйста. Оскар просто без лица уже. Ой, Мирвин, 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 Мирвин. Ой-ой-ой. Ебать, как хорошо сейчас было. Мирвин, что за секс на топе? Джун? Ой, супа, плохой флеш. Линс отдал. Там ТП от Мирвина идет. Мирвин. Так, Мирвин подхилил супу. Мирвин, Нода флешивается. Мирвин Ноа забрал. Дальше Разорк выфлешивается. Льё с флешом. Льё, я флешве... Мирвин. Мирвин быстрый. Копье. Мимо. Разорк. Подстанили. Мирвин. Хорошо. Мирвин ТП на бот еще заимпактил. И по фастику надо на топ. И по фастику на топ в форме кошечки бежать. Пачку принять. Так, Разорк заходит на бот. Супа без всего. А, Ешки не дотянулся Джон, но здесь рядом Разорк. Супа умирает точно. Есть убийство для Ноа. Окей, Фнатики отвечают на боте. Да, Льюэ. Оскар, цепанули корни. Копье попало, Мирвин. Оп, щиточек от Разорка, здрасте. О, выфлешивается Оскар. Марго выходит на поле. Мирвин вышел, окей. Не задавили Оскара, вовремя подошел сюда Разорк. Там драка на боте, отдается ультимейт Ноа. Супа в Оливера пол хп. Супа сейчас с стрелой. Стрела в Ноа. Ой, слыша Джун, красиво разыгрывают Фнатики на боте. 0-3 Супа. Гуманоид. Прыгает в него Фрискови. Ой, соло килл от Фрискови. Фрискови соло киллит гуманоида. Вэшка не попал, легчайшее убийство для Тристаны. Найс Алью пикнули, кстати. Респект. Так, Фрискови. Нашел еще Разорку. Ой, больно как Разорку. Фрискови? Ох, ебать. Вы что делаете? Просто два лишних фрикила для Фрискови. 3-0 Тристана внезапная на карте. Оскар, ты куда фейсчекаешь? Выпрыгивает. Нормально, живет тоже. Ну, отзонили Нидали от вышки, отзонили Игнара от вышки, 3-3 по личинкам. Но проблема в том, что на боте-то у медов Тристана пушит уже с готовым предметом, а на топе Талия. И тут, конечно, гораздо медленнее Талия все это дело пушит. Но зато это прикольно, потому что риоты постоянно что-то меняют. Вот эти вот новые предметы вводят, там большой шифт слотов раз там в 2 года, например. И... все равно, даже если это на тот момент было сломано, сейчас мы это вспоминаем и такие, типа, блин, вот прикольно вообще было, необычно. Сейчас такого, допустим, нету. Зато у нас был дабл саппорты там в этом году, например. Что тоже запомнилось. Как саппорты голду пампили с АДшниками. Типа, на каком-то моменте это кажется, да, сломано. Но разнообразие большое. Так, Льёя. По Оскару играют. Ульту Ноа сбили. Ноа дает клинс. Прилетает сюда Мирвин. Мирвина под контролем. Мирвину очень больно. Мирвина бы как-то добить. Мирвина добили. Но там умирает и Оскар в ответ. Разорк пытается выйти от Льёя. Льёя чезит. Разорк без США уже. Разорк выходит. Один в одного трейд. Оба топера погибли. Гуманоид. Видим Альваро, видим Льёя, видим Фрискови. Хекслэш от Альваро. Тыпанули, туда-то стан может быть от Джуна. Альваро убили, Джун в размен тоже уйдет, тут и супа... А, щиточек и верно, Джуна спасает! Разорт на Иверне, какой тайминг щиточек нашел. Да, топ-лейн челы со смайтами, Жанна, Карма. Дракончика просто Фнатики забрали. Мэдэн не контестит. Оскар с ТП, Мирвин без телепорта.
Там еще Герольд у нас стоит. По золоту все еще все ровно. Ноа мисс позиции. Стрела мимо Цупы под сайд степл. Ноа выфлешивается в итоге. Все вниз вышли, Ноа вверх вышел. В итоге Ноа остался без суша. Один на топе забрали медит. И один на боте забирают фнатики. Оскара дайвит. Оскар выпрыгивает. Тут редемпшн. Подходит раздорок. Пытается дать щит. Не успевает. Подрутал Мирвина, подконтролили Мирвина. По Мирвину много урона, Мирвин в размену идет. Один в одного, килл для Раздорка. Все это время на боте гуманоид пушит. Хороший трейд для Фнатик получается. Ну, далеко, конечно, мы это так зашли. Так, гуманоид ставит Кену. Пытается сыграть Пельёй, Джун отходит назад. Остались без ульты Талии. Ой, Энгейдж пошел от Альварот, стрела тоже в Ноан, минус Клинс. Ну а на развороте пошел ультимейт по Ильёе, Ильёе флешаут. Джун пока танчит, пытается дойти до Альваро. Джун больно, очень кайтит супа. Цепанули, в итоге Альваро убили. Джун все еще жив. Разор, кушка, попал по Мирвину. Все притянулись, Мирвина забрали 2 килла для Фнатик. Никто не умирает, потому что Иверн брокен. Так, я готов присковывать 3 предмета. Пристана, прыгает на Оскара, прямо в мегаформу. Оскар выиграет время, Оскар сейчас еще предсковит, толкинуть может, тут Redemption накидывают. Оскар подстанил двоих, слыша играет, нет, забрали все-таки. Забрали Оскара, Фрискови получает убийство, отхилится на топе, у него есть ботрак, есть ластил. Но форсит на Шора чревато, мэдам, я думаю, не стоит. Мирвин пришит бот немножко, Оскар подстанет, пойдет, скорее всего, на бот. Здесь 4 в 4. Альваро, приветик. Ульта Леоны сверху. Там пока Мирвин на боте Т2 забирает, но Альваро умер. Но он умер в размене Т2, и Мирвин ТП сразу дает сюда. Ну, просто кильчик. И просто Т2. 5-1-3 МФ, 2500 лит на душой. Прискови в засаде сидит. Ой, ну аккуратно, ты сейчас... Так, корни пошли. Ставит стену гуманоид хорошую. Отзонил. Там Фрискови в спине, его никто не видит. Альваро ингейдж. По Оскару с Джуном. Фрискови играет в спине по Ноа. Пнул Ноа. Ой, Фрискови голевая какая. 1000 золота для Нидали. Фнатики остаются вчетвером. Мирвен прыгает вперед. Урона пока не хватает, потому что МФ-ка мертвая, но все еще живут под Иверном. Супа стреляет. Джун еле жив. Фрискови забирает еще одного. Фрискови дальше прыгает в Джуна. Фрискови. Джуна убил. Альвар лоу хп. Льюи лоу хп. Все меды лоу хп по одному. Просто по писечке здоровья. Но это трипл килл для Фрискови. Фрискови 8-0-2. Это просто Ламин Ямаль. Какая передача была только что. Как он ультанул Ноа роскошно. Vamos, Mad Lions. Ой, ебать, Разорок подтильтил. 5000 лет медов. Ой, много, блин. Китава, ты еще радуешься, я не понял. Да и погоди пока. Оскар. Вышел от Альваро. По Т3 играют. Т3 забрали. Там на топе пока гуманоид Т2 ломает. Т2 падает на миде. Много денег, конечно, меды получают. Сторона первая точно будет. Пошли просто мидвейв отпушить. Там стрела летела в Талию, не попал. Хотел ресет сбить. Гуманоид прилетел. Супа вскрывает Т3 на миде. Ставится стена гуманоидом. Супа без самоярок. Вэшка мимо от гуманоида. Джун попал по супе. Супа умрет. Супа умрет, но стреляет, но фрихитает. Хорошо, пошел ультимейт. Супа жив. Джун за Мирвином притянулся. Нормально, взяли Мирвина. Как супу не убили. Фнатики сейчас забирают Т1 на миде, получают бабки. Возможно, еще Т2 на миде получают бабки. Если Ноа стреляет и до него никто не доходит, я не понимаю, как мэдам выиграть файт против Иверна с Флодедрафтом. Им нужно, чтобы Фрискови опять вот это вот чудо свое сотворил. Или Ноа сейчас заинтил на миде. Пошла Маргаритка, ставится стена, там дракончика потихонечку Фрискови ковыряет. Дракон падает. Дракона забрали мэда, третий трек для мэдов. А может быть теперь мэды что-то посмотрят на файт. Пошли корни от Ильёй, цепанули Джуна. По Джуну прихитывают, Джун разворачивается в Макая. Ноа контролят. Ноа стреляет по Альваро. Хороший гнар. Цепанули Фрискови. Убить Фрискови, убили Фрискови. Ноа даблкил сюда.
Оскар дочейзит Ильёю, подтанил. Туда это дерево. Минус 3 в пользу Фнатик. Как же Оскар засмуртил тем, что ультимейт нашел только что в Тристану. Супа. Сбил ресет Оскару. Оскар умер, окей. Супа подъел. Кильчик тут. 3 в 2 остались. Заберут. Ну просто сторону, они же не заиндят. Там 10 секунд Альваро. Заиндить, я думаю, не смог. Да-да-да, выходят. Но то, что Супа нашел этот килл сейчас на Оскаре, возможно, из-за этого Мэды могут попробовать начать на Шора. Там будет 15 секунд запаса после того, как Прискови встанет. До того, как станет Оскар. А куда он Нидаган потратил? А я, кстати, не видел, куда он... Может, там стрела? А нет, стрела у него же в команде. Я не знаю, от чего он там плюс нажимал. Так, на Шор падает. Мэды забрали на Шора. Успели в тайминг, который у них был благодаря Супе. Ставится стена гуманоида. Может быть, Альвара смогут поймать, Альвара выходит. Но выглядит так, что Мэды сейчас могут просто с три стороны забрать. Они просто перетягивают всех. Три почти упал на добби, Мирвин пошел на бот-ингиб. Фнатикам надо какой-то ингейдж искать. Если у вас три стороны заберут, вы отдаете соул, но там пиздец дальше. Ставит стену гуманоид. Получил стрелу в лицо, ульта Леона мимо. Отдал корни Маакай. Мэды задизенгейджили, вышли пока. Ну отдали стрелу, отдали корни. Нуа? Ой-ой-ой, как больно Фрискови, Нуа. Фрискови, но Ятагани пытается выйти, дофлешивается, Нуа! Соло килл на Фрискови. Наказывает Нуа. Дракон 50. Но пока фанатики идут по миду. Без Тристаны, может они вообще задайвить попробуют? Что, реально будут пытаться в Nexus идти? Так, фанатик. Ну это может быть и жесткий инт, а может быть и фривин. Сейчас посмотрим. Поехали по Т4 по чуть-чуть. Но там барон баф, блин, был. Альваро. Энгейдж. Альваро должен умирать. Оскар. Оскар Супу флипнул. Убили Супу. Ильёя вышел. Прискови встал. 3 в 4 меды. Прискови ничего не находит. Ильёя в спине. У него вармок. Ильёя хилится там пока. По Мирвину играют. Мирвин еле живет. Ой, Фрискови цепанули. Браво, Фрискови умер. И по Ильёе доигрывает Фнатик. Т4 туда же. 12-2 Ноа. Кто пиздел? Кто пиздел во время игры? Раньше времени. Китава, ты где? Я тебя не вижу. 2-1. 2-1 пользу Фнатик. Погнали. Четвертая карта. Фнатики против Мэдлайнс. Мэды на синий отобрали и верно. Ой, там Тристана для гуманоида появилась. Три бана теперь в гуманоида. И Азир, и Корки, и Йона Мэды банят. Гуманоид в итоге забрал себе просто Тристану. Браум. И все равно пикнули Релл в Браума. Фнатики. Хотя можно было и Зерилу поиграть, мне кажется, здесь. Оскар просто берет Ксанте и томно смотрит в экран. Но Фнатик мега дефолтный и надежный игрок. Мэды 5 с какими-то пентиплюшками, ЛБ вот это вот. У меня такое ощущение, что каждый раз, когда мы видим Леблан в какой-то важной карте, решающей типа в 5-й, в 4-й, обычно ЛБ мега юзы. Не? Ну, Оскар Ивен идет. Он хп там потерял, но он сейчас, когда ресетнет, купит себе еще там армор какой-то, и у него все хорошо будет. Так, Ильёя на боте. Так, и по Джуну. Мэды пытаются разбайтить на файт, Фнатики назад просто играют. Не купились на это дело. Ильёя все еще тут. Можно же каверить или чё? Так, разбайтились все-таки Фнатики. Джун, по Альваро играет. Джун флешаут. Больно Джуну. Джун умер. Первая кровь для Альваро. Сначала не разбайтились, а потом как разбайтились.
Я пришел в 9 утра на работу, выпил кофе, ты стримишь, сейчас 9 вечера, я уже домой с работы приехал, а ты все стримишь? Ну такой сегодня день. Это тренировка к сентябрю, у меня там в сентябре, по идее, могут быть негде... Так, Мирвин. Ой, больно от Оскара, как Мирвин. Ой, Мирвин. О, соло-килл от Оскара, нет? Чуть-чуть не хватило урона. Тем временем фанатики просто дракона забирают. Оскар почти соло-киллил Мирвина, на его не дали. Так вот, у меня в сентябре может быть типа BO5 LCK с утра, а потом там 2 или 3 BO3 на KCI, поэтому это тренировка. Закаляемся. Ой, фейс-чек, ой, фейс-чек, Джун. Ой-ой-ой. Кельчик для ступы. Разворот пока личинок забирает. Причем это только первые личинки. Оскар опять луна. Мирвин и флэш. Мирвин выходит. Оскар уже впереди по КС-у. Ой, Ноа, а ты что делаешь? Флэшкью мимо Тальвара, успела в ту дать, Ноа сайдстеп. Гуманоид пришел. Так, Марик. Марик? Есть один. Да, флешивается. Гуманоид, что за флеш? Ты же не убивал его с запасом. Ильёя. Джун? А чё так далеко? Что вы делаете опять? Ой, ульта из реалии ещё хорошая. Джун сдох просто на рунами. Фнатики, вы реально хотите пятую карту играть? Что вы делаете? Джун 0-3-0, куда? Ноа. Супа тут один, без флеша. Ноа. Пушки попадают, подстанил Джун. Да, окей. Блядь, Джун еще и килл забрал. Да ядрит Мадрид. Я правильно понимаю, что Ивиан почти в любой драфт дает оверскейл? Не, я думаю, что правый драфт здесь, наверное, все равно оверскейлит, даже несмотря на то, что он оверскейл. Просто тимкомп логичнее, лучше. Так, Альваро подстрял. Отдал хил, вышел. Там на топе вышка упала. Фнатики забирают Т1 на боди, да? Гуманоид тоже золото себе для тебя получает. Так, Фнатики форсит Дрейка. Прискови СТП на топе. Там копье в разворот пролетело. Ну, а на шишке выпрыгнул. Там видят ТПЛБ. Пропинговали. Оскар пока стоит спереди фронтлейном. Прискови на фланке. Очень неприятно может быть. Прискови прыгает. Пробил чуть-чуть Ноа. Пошел хороший ультимейт от Браума. Там Джун пока стопает всех. Фнатики лоу ХП. Прискови никого не убивает. Мирвин сашаут. Оскар бежит за Мирвином. Оскар далековато остался один. В итоге Оскар умер. Дальше будут чейзить Прискови. Но надо закрывать как-то Мэдом. Я думаю, нельзя здесь фанатиков выпускать. Гуманоид прыгает в Мирвина. Гуманоид просто раскидывается по супе, по Мирвину. Окей, Марик. Мирвину флэш. Гуманоид. Гуманоид. Там экзагнайтили Мирвина. Гуманоид умер! Его супа забрал, и Джун падает. Дабл килл. Супа, трипл килл супа. Трипл килла не будет. Забирает ПЛБ и верно эти убийства. Это эйс. Минус 5 в пользу медов. Блять, неужели и верно столько решает? Но их просто распоукали. Проблема в Фнатик в том, что даже несмотря на ингейдж Джуна, они не стреляют. Им надо найти какой-то ингейдж. А так Израиль просто поукает, Мирвин поукает, Прискоби поукает. Их медленно, но верно растаскали по ХП и все. Дальше Гуманоид тоже пытался как-нибудь выйти из этой ситуации, разменявшись, потому что они понимали, что их задавят. И меды втроем были в тупсайде.
натуры там, и но он просто пытался развернуться туда, где медов меньше, потому что там все равно фанатику додавили бы. Так, что там на топе? Прискови. О, Ноа, цепочка, Ноа! Отдал барьер, ультай из реали, Альваро елочкой. Елочкой добивает Ноа. Че, на шоры будут форсить меды? Походу реально на шор. Т2 на боте заберет гуманоид. Ну, золото, конечно, Тристана получает, а может быть скоро на третий предмет будет. Но 3000 лит медов. 2 забрали, но гуманоид продолжает пытаться размениваться, он там идет Т2 на топе. Т2 на боте, правда, тоже меды забирают. Марик успеет забрать? Там пришел в Прискове. Не попал цепочкой, окей, забрал Марик. Марик 2200 на ДЛБ, все остальное полным пиве. Там 2000 на топе, в итоге 2000 на Д, третий дракон для медов. Ой, Ильёя, флешаут. Ильёя, больно. Ильёю добили, погодите, Ноа. Дальше, Оскар. Цепанули супу. Супу убили. Ой-о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 й. Вот оно пошло, пошло добро. Взяли Альваро. Там реколится Прискови. Мирвин пытается спастись. Прискови обнаружили. Ой-ой-ой, Фрискович. Вот он, хитрец, перепрыгнул, смотрите. Туда его гуманоид. Абраша, спасибо за 66 большое. Фрискови. Ой, Разорку больно. Разорк с Ашом еще, если что. Оскар. Ильёй поймал, Оскар. Ой, блядь. Оскаринин. Ильёю взяли, там Мирвин сейчас умрет от гуманоида. Ой-ой-ой-ой-ой. Оскар еще и цепляет дальше. Минус 4. Who are we? FNC. Who are we? FNC. Кто с лицом? Кто пиздел? Легчайший финал для величайших. Да, это на шор плюс дракон. Это на шор плюс дракон. Прискови какой-то ТП на топ дал. Мирвин. Гуманоид. Ой, больно, одно ХП живет. Гуманоид. Хилится с пачки. 1 в 2. Марик. Марик жить. Марик как-нибудь. Марик подожил стрелу. Прискови на 2 хита. Нужно пачку, нужно пачку, нужно пачку гуманоиду. Прискови США играет, забирает все-таки гуманоида. Но на боте вчетвером фанатики пушат. На боте фанатики пушат вчетвером. ТП идет. Гуманоид летит. Т3 падает. Гуманоид, больно там от супы. Гуманоид, правда, тоже в ответ может надавать. Альваро флешаут. Ой, больно, как получилось. Там Тристана выкинула от ульты Рел. Прискови выходит на 1 хп, 2 килла для медов. Погодите, это что сейчас, разворот-поворот? Мирвин, США играет по Ноа, но живет пока. Ноа пытается спастись. Умирает Оскаринин. Ноа. Ноа пытается раскайтить, выфлешивается. Ноа тоже падает. Минус 4 в пользу медов. Там есть пачка на миде. Разорку надо выйти как-то, засейвиться. Их закончить могут. 30 секунд есть. ТП идет. Разорк, там ТП у тебя на носу. Разорк пытается вейв забрать. Прискови забрал Разорка. Это минус 5 в пользу Mad Lions. Там гуманоид ультанул прям в тот же момент, когда флеш энгейдж от Джуна был. В итоге Джун просто на попу сел в тимфайте. Так, Джун встал. 10 секунд до гуманоида. Там 3 крипа вообще. Джун пытается забрать вейв. Минус 1 Т4. Минус 2 Т4. Марик залетает в тимфайт. Жестко. Марик. 2-2. Mad Lions Куи против Фнатик. Пятая карта. Полная БО5. Фнатик каким-то магическим образом умудрились проиграть игру, которую Mad Lions каким-то магическим образом умудрились закинуть. Mad Lions банят и верно сами.
При том, что они только что играли с Иверном, но да, под Иверном у них был такой себе. Фнатики должны были прошлое забрать, если просто реально не вот этот плей, где гуманоид ультанул в тот же момент, когда Джун прыгнул вперед и ультанул, и в итоге Джун просто сел на попу в тимфайте, и тимфайт не получился. Изреаль ФП, отбирают Изреаля, окей. Так, Разорг. Он смотрит на Мирвина и смеется. Альваро там тоже смеется. Нормально, у них плюс вайб на сцене. Зерри в итоге для Ноа. Так, теперь Ильюэ показывает Нидали. Ильюэ смотрит и кивает головой. Но вряд ли сейчас они Нидали локнут, конечно, там Разорг. Разорг прям под кексу. Кеннон... Там Тристана Браум не очень приятно, может быть, Кеннону в теории в тимфайтах. Но тимфайты очень плотные, Фнатик. Но я все еще думаю, что Фнатики должны серию дожимать. Ну, мы видели Нидали в прошлой игре, но она нихуя не делает, кроме лейнфазы. По итогу. Орки есть у гуманоида, Зерри у Ноу. Максимальный комфорт, Разорг на Сиджуане. Все ультимейты, 100% попадание. Джун на Ракане фирменном. Легко. Ну, Фнатик, ну дожать надо 3-2, ну что за позор будет? Вы должны были 3-1 уже закрыть. Гуманоид, соберись, ты что спишь, сидишь? Вы понимаете, что такое безумие? Так, Ильёй инвейдит Разорка вместе с Нидали. Разорг свой редбаф пока скипнул, делает големов. Обошли вокруг, видит, редбаф стоит. Идут чекать големов, Ильёй не достает бинтом. Големов всех своих Разорг забрал, но редбафчик, к сожалению, не законтестит. Там на топе... Оскар стоит под вышкой. Так, подождите, они ресетнули редбаф. Разорг! Ой, Ильёя, еще один бинт мимо. А тут гуманоид под вышкой, и его сразу давить начинают. Гуманоид выходит на Валькирии, флешаут. Ильёя выфлешивается тоже. Ой, что началось-то, меды? Пивко пошло. Так, Разорг на топе. Ну тут вижен есть у Мервина. Да и трудно сыграть по недальке. Так. Прескови, прыгает гуманоид, а тут Джунчик рядом и Ильёя рядом. А там крип мешает. Попал бинт, запрыгнули, но кап проходит. О, гуманоид, это так стильно сейчас выглядело. Ильёя, флеша-то нету, Разорг, подзамедлил, США, ой, хорошо. Ильёя, куда бинты летят у тебя сегодня? Амуму не готов был, Амуму был не готов, Ильёя. Там дракончик скоро. Ну как скоро? Он-то стоит, но в смысле за него пофайтить могут. Разорг, ты за крабы сейчас интишь? Ты ж без слыша. Эти команды будут на чемпионате мира от Европы. Я пытаюсь понять, осознать вообще, что сейчас Разорг здесь хотел. Взял бы Мака, не был в бане, Мака в бане был, да. Поэтому и взяли ему. Потому что им нужен был Magic Damage и фронтплей. Так, тут засада. Фнатики что-то чувствуют. Ильёя, Фрескови и Альвара здесь втроем в засаде были. Там еще Мирвин недалеко был. Фнатики не купились на это дело. Так, ну, есть клинс флэш, отдает клинс, флэш-аут. Ой, Ильёя соло-килл, улетает из реаля. Ильёя соло-килл, нет, цепанул там все-таки супа каким-то уроном. Подарочек от Ильёи. И супа здесь пластиночки ковыряет. Но за это Фнатики получают для себя 4 личинки. Так, дракончик второй появился на карте. Гуманоид все еще без первого предмета, кстати. Джун. Супа дает Ешку. Джуна поймали. Хорошо. Что тут? А, Джун вышел. Ильёя флешаут. Забрал. Красиво. Супа ультой. И еще и прекрасный ульт от Фрескови. Но умрет. Даблкил для Супы. Там стаки по Разорку. Разорг выфлешал. Достанили все-таки. Но урона не хватит, наверное. Или Супа чизить будет. Супа. Флешап. Гуманоид? А вот гуманоида убьют. ТП идет сюда от Оскара. Дефает гуманоида пытается. Там сейчас вышку падет. Оскар пол хп сюда прилетел.
Оскар без ульты. Просто ТП дал. Ну, окей, гуманоид выжил хотя бы из-за этого. Вышка на топе забирает Мирвин. Дракончика тоже забирают для себя. Мэда, Герольда тоже, скорее всего, должны получать. Очень много. Очень много раннего преимущества для мэдов в итоге падает. Разорок. Что-то еще посматривает. Джун рядом. Джун с ультой. Разорок, кстати, вышел. Но, вот замедлил Альвара. Все, разошлись. 1500 преимущества Mad Lions. Два дракона. Так, гуманоид. О, больно как. Киллокил от Мирвина. О, чё, фанатики закончились? У нас фанатик же тут за выход в финал, что ли, будет? Но, кстати, фанатик выиграет же тут за выход в финал. Там не будет давления финала. А потом фанатики, получается, проигрывают Мэдом в гранд-финале Мэда чемпиона и года. Гуманоид с ТП. Прискови тоже должен быть с телепортом на боте. Альваро отошел. Герольд падает уже. Разорг далековато. Он... О, залетает. Так, мы Герольда забрали. Прилетает Разорг. Ищет энгейдж. Ой, хорошо, как играет Джун по четверым. Дингейдж хороший от Альваро. Флэш ульс вперед от Кена, на его подстанили. Стреляет Супа, стреляет Мирвин. Один в одного разменялись. Там Тристана даже в файте нету. Прискови без ТП был. Мирвин дальше, но вышел. Джун. На выход. А что там Оскар врезался такое? А, там ульта Мумы, наверное, была. Он флешульт нажал и просто на месте встал. Какой ингидж от Джуна, ничего не получилось. Герольда выставляют, и один на миде забирают меды. Альваро. Флешаут, ульта Кеннона. Экзост. Там поймали Разорка. Разорк выходит на ред, его цепляет опять бинтом Ильюэ, тут Ноа рядом, Ноа стреляет, пошел ультимейт, Разорк, падает Разорк, и Ноа здесь никого не убьет. Все это время на боте пушит Фрискови, Фрискови опять нету в драке, все равно мэды выигрывают. Супа. Супа уверенность прям все почувствовал, говорит, ТП отдает. Оскар, а Оскар без слыша. Ой, не попал подарком Альваро, но зато нока проходит, и еще один подарок в виде мента Ильюэ. Забрали Оскара. Вышка на топе упадет. Еще одна Т2. Ну ладно, мэды точно это не проиграют уже. 5000 лит на 19-й. 6-0-1 Израиль. Невозможно игру выкинуть. Точно выиграют. 100% победа. Че, мэды? 4500 лит. 3 дракона. Забраны все Т2. Стоит Нашор на карте. Или будем ждать душу. Но Вижен забирает вокруг Нашора. Нашор, в принципе, у них быстрый. По два предмета у Тристана с Израилем норм. Но мне кажется, они боятся выкинуть игру. И могут просто терпеть сидеть до дракона. Там еще медик сказал MDK и типа going full Bob Ross. Patient and slow. Помните Боба Росса, художника, который говорил, типа, все время таким спокойным голосом, что мэды тоже аккуратно играют? Забавная фраза. Так, мэды форсят на Шора. 10 тысяч. Ракан с Корки на базе. Ильёя что-то танчить на Шора пока не может со своим Лиандри. Ильёя теперь битый. Джун фейс-чекает. Выходит назад. Стрела попала по Оскару. Туда же еще ультимейт Альваро вышли, фанатик. Ку, мы смотрим еще и Америку? Да, мы смотрим еще и Америку сегодня. Опа, ТП, Оскар. Ой, Супа. Супа. Разорку больно, Супа. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Приветик через интернетик от Аскарини на минус 2 в пользу Фанатик. Какой фланг ТП? На Шора можно понюхать. Там усатый сверху в трибуше что-то хочет. На рекол уходит. Это на шор для Фанатик, не контестит меды. Работает проклятие. По выходам с трофеем в этом году. Разор. Ой, там ульта по Мирвину. Интересно, попала Оскар шишечка. Дофлешивается за Супой Оскар. Вместе с Джуном убили Супу. Там под фокусом Сиджуани. Разор живет, Локет еще прокнул. Ильёя падает. Ёпс тудей, как фанатики играют тимфайты. Они просто сделали эту серию интереснее.
Еще 2 килла для Фнатик. Все еще 50 секунд с Ташором. Можно какую-то Т2 попробовать успеть забрать. QRB FNC. Оп, вышечка на миде падает. Фнатики уже вперед по золоту выходят. Бля, я видел прошлую карту, она также развивалась. Мэды вели, потом выкинули. Потом помним, что было. Не буду пиздить раньше времени. Т2 на боте еще забрали. Сюда бабки. Ну а слышом, гуманоид слышом. Все норм. Прискови. Отдает ультимейт. Джун чейзит. Прискови есть флеш. Выфлешивает. Джун бежит до конца. Окей, Джун не стал свой флеш нажимать. Выбери скачок из Тристаны. Норм. Разор. Подсайдстепал. Тут Оскар нашел Мирвина. Нормально пробил. Мирвин. О, еще и подставил Оскар. Так, Оскар, аккуратно. Там стрифорс автуха болючая. Ильюя, башка все еще что-то там бегает. Бинт мимо, разорку вышел. Так, дракона делает... Ой, Оскар в спине. Флэш. Хорошо. Оскар, боже мой, твои фланки. Супа живет, правда, пока. Альбора должны убить. Там дракона делает, Мирвин стоит. Ильюя умер. О, супа, заснайпил. Оскара забрал. Отомстил, но это дракон для Фнатик. 4 в 3 остались. Джанглер живой у Фнатик. Ильюя умер, и это Нашор. Как же Оскар керит Фнатик в этой карте? Это просто шок. Это просто Оскар ринен в соло. 3 файта подряд он находит ультимейт супу. И как они проспали сейчас его там? Просто выходит Амум, и туда заходит Оскар. И на шорчик. Так, ну чуть-чуть пробили, но там ботрок. Он зарегенится, гуманоид пушит топ, идут в Т2 на топе. По боту идет Фрискови. Фнатикам надо либо агрессивно прямо сейчас заходить и дайвить пытаться, либо там просто разменяются мэды стороной. Т2 точно упадет. Там еще и Ильюя с Трисаной рядом каверит. Не, все, Ильюя реколится. Фнатики забрали Т2, идут дальше. Кеннон поддефает бот, у него ТП есть. И в итоге реколится Фрискови тоже. Разорг цепанул Мирвина. Джун залетает, но это по браву. Мейнгейдж, это плохо. Это как прошлая карта сейчас будет. Там ТП в спину идет. Летит Фрискови. Но на варде. Оскар пока на боте, ТП свой не дает. Фнатики вышли вроде как. Но ТП Фрискови очень важно, что фнатики выбили. Теперь кроссмапа никакого медов не будет. Джунчик. Аккуратно, ничего не видно. Там 40 секунд до Дрейка. Все еще может быть душа для медов. Все еще есть шансы на душу. Супа, ульту пододжили. ТП идет сюда от гуманоида. Разорг. Так, фнатики просто по меду проходят. Ильюя в спине. Фнатики идут в Нексус. Мэдам надо реколиться, там игру закончит. Оскар идет ресет избивать. Оскар ресет сбил. Фнатики в Нексус идут. Фнатики просто в трон. Просто в трон пошли. Просто в трон пошли. Минус 4 раз. Пришел Мирвин. Мирвина сожрали. Мирвин выфлешивается. Вторая Т4 падает. И фнатики просто победу заканчивают мэдов. И выходят в гранд-финал. Ёпстуды. Блядь, эти команды будут на Worlds от Европы, какой позор!